Челы, заходите на стримы. Молю, привет. Кастани заклинание, пожалуйста. Да не, ну как, блядь, какое заклинание? А Авада Кедавра? Ну, ты сидел, как Гарри Поттер. Ну, у меня нет очков, чтобы кастануть заклинание. На кастуй на чатерцев что-нибудь, пожалуйста. Ладно, кастуй на чатерцев заклинание. Какое хорошее есть заклинание. Паносус Носератус. Кастуй на вас заклинание, ребят. Можете срать в течение всего Ваганта. Делать ставки. Блин, я тоже посмотрела, ё-моё. Эта порча не имеет контрзаклинаний, друзья. Прикинь, в тебя прилетело 200 отражений. Так у меня, походу, вчера уже прилетело, блин, 200 отражений, потому что я сегодня с утра, так сказать... Ладно. Что? Так, книжечка Искра, неплохо. Ой, мне... Так, не получаю, нормально. Все, но я смеюсь, потому что я не могу. Не смешно до сих пор. Все, играю серьезно, нет, аккуратно. Это рано на прохождение, если что. Ой, упал. Да, кстати, я сегодня одна поиграла, и с первого раза прошла там 6, наверное, или 7 вот, ну, локаций таких. Ну, ты жёстенькая, получается. Да? Да. Да какой, блядь, о чем ты говоришь? Какой салат с кириешкой? А что не так в кириешках? Я вот не понимаю твоего хейта. Да я не понимаю, что за пиздец вообще. В смысле? А что не так с ними? А что не так с холодцом и хреном и потом? Вон и Слечи, если что, пишет, что такое реально существует. Он поел, поиграл, как бы поел эти холодец и хрен, у него тоже пот был холодцовый и хреновый. Так что это не шутка, если что. Ну окей, как бы. Не обязательно эти кириешки есть, можно другие взять. Проверить. О, господи. Безумие. Можно, короче, на Новый год просто закупиться всякими кириешками, компашками, какими-нибудь типа чипсами там. Крабами. Да, и умереть после первой пачки. Ой, жестко, конечно. Какие вообще, блядь, кириешки? Кириешки — это что такое? Кто-нибудь вообще ел хоть раз в жизни, сука, кириешки? Это какой-то, не знаю, их не производят, мне кажется, уже. Три корочки все ели себе. А какая разница? Это не то же самое? Нет, конечно, ты чё? Три корочки, там еще помнишь, в детстве были такие прикольные упаковки, там такие сухарики были тупейшие, там, на каждой упаковке. Типа, был вкус солями, они там крутили диск солями, как диджейский вот этот диск, как будто, раскручивали. Потом там с дымком они у костра сидели. Бабушка и бабушка. О, шар имбы, шарф имбы, нифига. И... Молот еще как. Ну, допустим, щипсинок, вот ты слизываешь эти, ну, вот эту штуку. Нет, я сразу, закидываю. А было такое, что ты прям вот их облизываешь? Нет, себе? Никогда такого не было, мне омерзительно. Ну, походу, ладно, короче. У тебя никогда не было такого, что тебе дали одну чипсинку и все, и ты должен ее растянуть? Ну, я ее могу отгрызть по чуть-чуть, но не буду я ее облизывать. Меня стошнит, если я так буду делать. Безумие какое-то. Это ужасно просто. Потом мокрую, вонючую чипсинку такую кушать, отвратительную. Смотри, у меня есть. Увеличивают ловкость, увеличивают силу, увеличивают удачу. Увеличивают... И что ты хочешь сказать, что типа ты мне дашь это за то, что я обсосу чипсинку в прямом эфире, да? Да подожди, ну дай я тебе сначала назову цену, а ты уже скажешь, что ты сделаешь за это. Смотри, у меня есть увеличение ловкости, увеличение силы, увеличение удачи, увеличение живучести и увеличение сопротивления молнии. 5 зелий. Охренеть, это все. Давай увеличение? Вот я тебе дам все 5 зелий. Нет, возьми себе увеличение живучести. А ты на следующий стрим? Блять, нет. Захаваешь кириешки с холодцом и хреном. Да не буду я делать. Прямо на стриме будешь сидеть и посасывать. Нет, я так не буду делать. Ладно, тогда я тебе только ловкость даю и силу. Спасибо, хорошо. Ну и удачи, ладно. Так, удача, сопротивление огню, ловкость, ну такое тут. А как ты тоже смотришь? Мы одновременно нажали, что ли? Офигеть. Походу, да. Подожди, или вот подойди, смотри. Смотришь? Угу. А, это походу мы реально одновременно нажали. Найс.
Так, эта штука, значит, надо без урона пройти попытаться. Редге найден. Улица. О, найс. Игрок. Найс. Зелье скорости. А, ну это тупое, это для смешивания. Ой-ой-ой, нет, сюда нам не надо. Сука, Джуди, ты когда заходишь на стрим, я потухаю. Я потухаю просто. Что такое потухаю? Не совсем понимаю. Блять. Типа плохо становится физически? Нет, типа угорает он. А, это зумерка. Хрена, да. Че у нас закрыты такие летейшие? Кстати, вот... Ты заметил, что нам выпало из шести зелек 5 на увеличение каких-то приколюх? Угу, это какой-то легендарный ран, походу. Вот, и еще что-то еще вот было, то, что босс легкий. Угу. Тебе не кажется, что что-то залагало? Нет. Потому что... Почему? Потому что я сегодня одна играла, у меня тоже все зелья были только практически положительными. Ну, это вчера был супер невезучий день, сегодня супер везучий. В чем смысл? В этом и смысл, как бы. Блин, что? Я тебе говорю, это что за нах? Мисс работал, как? Охренеть. Было написано 999 урона, какого фига ты их не получил? Не, у меня было написано мисс. А у меня было на 599, походу это какой-то баг, я же говорю. Да это не баг, это легендар. А знаешь почему? Почему? Зелье повышения интеллекта. Давай, потому да. Что у нас хорошее настроение. Наверное. А у кого ключ? А, мы уходим на другой этаж. А. Yes, yes, yes. Ты, кстати, умеешь плавать? Ты знаешь, умею ли я плавать или нет. Ты специально спрашиваешь? Я не помню. Ты для стрима спрашиваешь, чтобы я ответил на стрим? Нет, нет, я конечно же, не помню. Ты умеешь плавать? Да, я умею плавать. И как ты умеешь плавать? По каким стилям? Да, обычным стилям. Не знаю, не по... Ну, по собачьей, наверное, умею и просто. Я не знаю, как это называется. Развать... Ну, когда-то вот так... Ну, покажи вот на стриме. Ну, это брас или как это? Что это? Я вот так... А, лежать на спине умеешь? Лежать на спине? На диване умею, да. Да, так, вот и зелька скорости. Как бабочка плавать? Не, как бабочка не умею. Так, тут мы аккуратно, давай без смеха уже. А все, играем аккуратно, серьезно. Тут не до смеха, если что. Да. Да-да, ты красавчик. Так, все. Подожди, кто я? Красавица. Стой. А, нормально. О, еще и зелье регена. Я думаю, что это какой-то... Блин! Ну все, блядь, мы сейчас сольем. Играем серьезно. Подожди, не умирай. Нет, только. Нет. А-а-а! Пожалуйста, молю. Ладно, нормально. А здесь книжка была? Ты взяла ее? Нет, ее украли. Чё за она? Нет, реально не было? Походу нет. Скамишь меня. Отходи. Фига, если бы ты не сказала, я бы не отошла. Так, а что нам делать тут? Ладно, я рискнул. Пока. Пока. Ушел. Тут еще опознавалка есть. Ну вот, пошло зелье. Понижение сопротивления, если что. Как мы и просили. Это ты берешь, потому что... А ты где? А, то есть у меня типа плохая удача, да? А ты где? Около выхода здесь. Тоже выйти хочешь? Мы босса еще не убили, зачем выходить? Да. Жесть. И база имбой падает, и все. Давай, босс. Сюда. А! Блин. Блин.
Надо было отменить. Так, блин, я ловлю все, что только он делает. Да, no, я специально ловлю. Easiest boss of my life. Где таким? А тебе есть шматки, чтобы выкинуть их? На кузницу? Да. Ну, сейчас посмотрим. Так, это увеличение скорости. Держи, наверное, опять? Тебе. У тебя сколько сейчас скорости? Один. А у меня один. Я бери. Не, бери, тебе обязательно нужнее. Почему? Мне скорость не так нужна. Пожалуйста, возьми. Ладно, спасибо. Так, тогда тебе худшее зелье даю для смеси. Не могу взять. Блин. Они неподъемные. Берсеркинг. Тогда я алхимию качаю. Угу. Зелье яда нужно? Коричневое зелье. Мне нет. Да, блин. Три раза смешал зелье, и все падает, плохие вещи. Потому что мы, походу, залутали все хорошие в начале. Блин, просто 5 из 6 там на увеличение чего-то. Это просто жесть. О! Зубест. Смотри, я его сейчас вот так. Сейчас, смотри, сейчас. Так можно? Да, так можно. Жесть. О, что ты не взял, не взял. Дал! Я не могу туда. Хотелось ты взять. Босс уже. Извините, где босс? Вот. А, вон он внизу. Вот он. Босс, of the gym. Да! Ням-ням-ням! Зубис! Не, это такое, для смеси. Блядь, какая же хуевая локация, это пиздец, это пиздец, пиздец. Торговцу вывеску сломали. Нет! Нет! Пиздец! Подожди, мужик, стой! Молю! Нормально. Как вообще стол может отравиться? Что за тупец? Так, сандали хорошие. О, шлем хороший на подводное дыхание. Ладно, смотри. Угу. Да блин! Мы можем и шлем купить, и сандали так-то. Шлем на всякий случай для водного уровня, а сандали я бы себе взял. Да блин, ты даже не стал бороться. Курочку свою не забудь. А, курочка была, да. Да блин, я мешаю, ничего хорошего не падает. Я говорю, все зельки походу в начале были крутые. Перчатки выпали на интеллект, удачу, защиту и сопротивление огню. Угу, найс. Минус 11 плюс 10, да. Так, у тебя сколько питаний всяких? У меня две крысы и одна курица. У меня нету ничего. Вообще? Тогда бери курочку. Держите крыску еще одну. А курочку возьми. А блин, он дошел. Ладно, спасибо. Встал выбирать смайлы.
О, какой же тут калорий. О, тут броня имбы, лютейшие имбы. Нам нужно накопить. На тебя? Да. Там гигачады идут. Убивать. Ебать, их трое. Это пиздец. Что делать, Юр? Ну, сражаться как герой. Сражаюсь. Накопить монетки. Ты с кем там сражаешься? С маленьким гоблином этим. Так, давай вообще вместе ходить. Хорошо? Конечно, как скажешь, тут курочка. Угу. Блин, босс. Уходим. Блин, Юль, давай наверх. Это лучший босс. Даже не знаю, надо наверх, наверное, да. Блин, я здесь убивала одна так. Я убегала, когда у него шарики были далеко просто за карту. Ну и потом подбегала, когда шарики заканчивались, и все. Ага. Умно, как говорится. Сейчас он их кинет. Ну ладно, походу ты так завалишь. О, оно. Что, он голый? Блин, он, сука, вот меня бесит этот босс, что он постоянно уходит вот это в текстуры. О боже, как же задоджено жестко. Так, хорошо, у него мало хп плюс осталось. Отлично. Проходь. У нас курочка получается опять. Блин, еще и на курочек везет в этом ране как-то. Жёлтенько. А, да, вот она. Мне выпал призыв монстра. Что? Что? Мы берем или это кал? Берем. Или это жесть? Да берем, конечно. Просто надо на летающем уровне, походу, как-то либо их вызывать, либо нет. Не знаю. Ладно, но это имба. Это победный. Давай. А я броню сейчас. И выпали две подряд призыв монстра. Не может быть. Читать, у него второй уровень. Птички теперь будут призываться. Не знаю. Могу попробовать. Нет, пока что мелкие. Так, я не думала, что Верлох так выглядит. No. Так, а что мы делаем сейчас? Иди. Я броню купил. А тут опознавалки не было? Я броню купил. Не знаю. Нет, вроде. Так, ну тогда берем курочку и валим отсюда. Давай. А в какой выход? Стоп, а девочку? А, девочка там тоже. В левый выход, в левый. Жесть, убийца драконов. Очень медленная скорость атаки. Он просто очень большой, написано. Да. That's what she said. Ой, это тот самый уровень. Mm-hmm. Ладно, все. Без Хотел сказать... Без шуток. Это жестяк. Да пипец. Да бля. Подожди, мне вызывать этих челов сразу? Да не знаю. Ну хочешь, да, наверное. Пофиг на хаос. Погнали играть, как сердце ляжет. Ну тут они просто отловушек, да. Все, тогда сразу-то нет смысла их призывать. Угу, тут... О, эта штука. Познавалка, да. Там мой вот. Пиздец, его просто. No! Фарш из него сделали. Пиздец. Да что ж такое-то творится на этом свете? Как бы мне запрыгнуть-то к тебе-то? А!
Здрасте. Так, тут ученик есть. Блядь, тут босс, пиздец. Угадаем или нет? А? Да-да. Корнис, корнис. Бля, тут еще пиздец, такая зона говна ебаного. Куда он? Я не представляю. Я не понимаю, что происходит, сука, же, стой. Он умер. Ааа, что творится? Ладно, у меня нормально по хп, я все отрегенил за счет этого босса. Так, куда мы идем сейчас? Пойдем сундук откроем, ты ключик взяла? Да. Не, блин, этих моллюзов, конечно, призывать нужно прям по уму, по-хорошему. Да нормально все. Хочешь, я открою сундук, скинешь? Ну ладно. Умничка. Ну, два скорости, один к интеллекту дает. Я возьму? Конечно. Логика в том, что справа здесь снизу точно выхода не будет. Он всегда слева. Чё? Так, ловушкерная зона. Блять! Пиздец. Чё, отрава? No. Нет, птица. А! Все нормально? Да. Уходим? Да. Да, много хп потерял. Ну, в целом, все равно осталось около 100 хп, поэтому не все так плохо. Блин, а мне птицы надо было зачекать. Не, у меня есть еще две курицы и крысы. Ну, надевай амулет. Давай. Давай. За что? Если он проклят. Да не проклят он. Он дает силу, ловкость и минус один интеллект. Ну вот. А, ну у меня был до этого крутой. У тебя есть амулет? А, ну блин, ну тебе минус один интеллект не нужно. No. У меня просто две силы дает, живучесть, две удачи. Прикольный. Не знаю, да, вот я тебе скину. Мне он не нужен на минус один интеллект. Ладно. Ага. Так. Зомби я тогда на тебя буду оставлять. Не призывай пока, пожалуйста. Да блин, ну это весело. Не знаю. Ну ладно, как хочешь. Просто опять они сейчас затриггерят все ловушки, умрут от них. Есть шанс, что мы умрем от того, что они затриггерят ловушки. Не-не, просто аккуратно будем идти и все. Зомби от них хилятся. О, еще стрелы чародейские. Лучше бы мы их на босса призвали. Заклинание хорошее, да, получается? Так, давай ты первая. Там магазин справа и рука здесь. Ученик. Дели скорости тебе нужно? Да, ну да, не знаю, да пофиг, пей. Не, держи, держи. Если у тебя... Мне хватает скорости, норм. О,
Для себя хорошие сапоги. Плюс 3 к силе, высокий прыжок. Посмотри, 3 к силе. Посмотри. 3 к силе, 1 скорость, 2 к удаче. Заряжайте дополнительный урон. А, 3 к лов. Нет. 3 к силе. Это тоже, наверное, хорош. Да, блин. 3 к силе. А у меня какие сапоги? 1 к силе, 1 к ловкости, как рыба в воде. Надо брать. Наверное, да. Предлагаю убивать его наверху. О, окей. Когда он будет дэшиться, надо прыгать, если что. Я буду говорить, когда прыгать. Прыгать! Прыгать! Отходи, Юль. Меня шипы убили. Бля. Я не увидел, что шипы. Ну, пофиг, ладно. Окей, ладно. А, ну я еще жива, как бы. Только скелетиком. Фу, блин, погоди, пожалуйста. А вот тут вот. Куда-то съёбывает. Надо сундук открыть. Да? Такс, что есть? Выпал, короче, корона. Она дает одну силу, две ловкости. Ой, одну силу, одну ловкость, ебать, две живучести, корона. Два интеллекта, скорость, защита. Тебе, не наверное. Не знаю, что делать. Офигеть, подводное дыхание, безумие. Такс, силу качнем. Это тебе. Жесть, безумие. Просто плюс 2 живучести, плюс 2 интеллекта и всего по чуть-чуть. Это пипец. Вообще подводное это дыхание. Это еще для смеси заклинаю эти зельки. Вот, возьми шляпку, я тебе кинул. Не знаю, нужна тебе или нет. Ну, пускай будет на всякий случай. Да. Белым декабря, чат, через месяц Новый год. Охренеть. О, тут имба кольцо для тебя. Спасибо. Тебя убивает. Блин, ну... Тут имба кольцо для тебя, короче. Да, а что еще какие есть там? Шмоточки. Ну, посмотри сама. Перчатки тебе нормальные, да? Ну, перчатки у меня отличные. Есть, и так. Блин, отражает снаряды. Два интеллекта, два удачи, безумие. А, не, перчатки у меня каловые. Ладно. Перчатки у меня тоже. Ну да, походу, надо мне кольцо взять будет. У меня перчатки... Ладно. Кстати, мы шмотки покидать. Да, вообще надо бы по-хорошему. Кольцо какое-то. Угу. Еще есть что выкинуть? А, ну у меня, в принципе, только один остался. Девочку типа сходу. Блин, девочка прям на шипах сидит. Может быть, она успокоится, если... Бля, босс призвался.
Иди ко мне быстрее, Юль. Курицу съешь вот эту. Пока он их отвлекает любить. Они отвлекают его. Ага. Такое. Бля. Аккуратно. Найс. Отлично. Так, здорово, реквит. Это сейчас что будет? Это уже будет водный уровень, если что, сейчас. Со змеем. Помнишь? Готовимся. Наша страна. Да. Блин, у меня есть некоторые предметы неопознанные, блин, так не хочется их использовать. Ладно, интеллект увеличиваю. Да, спасибо. Зачарование. О, а тебе тогда. На две силы зачаровалась. Что? Защита, сила, удача? Что? Видишь, ты не зря мне скинул. Имбрище, у меня 21 сила. Новая, у меня 23 интеллекта. Ну, мы должны как-то аккуратненько. У меня, кстати, защита от смерти еще есть, mm-hmm. так что... Медленное падение, подводное дыхание, если что. Mm-hmm. Вот, ладно. Погнали. Mm-hmm. Так, сейчас я сразу, наверное... Держи, наверное, тебе вот эту крыску еще. Спасибо. Так, получается, смотри как. То есть мы сейчас заходим, ты по левым этим блокам, я по правым. Ага. И если это дерево... Ну, если там будут где-то прыжки вверх по деревянной этой штуке, по блокам, которые исчезают, ты первая прыгаешь, окей? Да, я за тобой. Можно вообще на счет три, типа. Раз, два, три, нет? Не знаю. Лучше, наверное, чтобы... Мы оба не упали, лучше по очереди. Так. Я беру. Погнали. Ну, блин, если там можно было подождать, лучше подождать не было. Беги, беги, ты меня не жди, пожалуйста. Наоборот, расчищай дорогу. Я пытаюсь вызвать этих челиков. Хорошо. Параллельно еще. Не вижу тут, походу, налево. Да, тут налево. Так, тут уже бойничек будет. Проход. Даже в канале происходит. Налево. Ну, что тут? Налево надо. Я зелье магии выпила, посмотрим, насколько оно крутое. Я ни разу его не пили. У него был зелье реген, кстати. Нет, умничка. Блин, монетки-то прикольные-то. Кидает. А, у меня, кстати, снаряды же это отталкивает. Блин, у меня не хочет стрелять. Он умер. Я взял ключ. Умничка.
Это жестятина. Так, ты уже поплыла туда исследовать? Да. Хорошо. Потихонечку, чтобы время не терять, я на самом низу начну. Фух, ой, тут жёстенько. Так, тут выпал, короче, амулет. Две силы. Иотить, я вижу на стриме, это пипец. А, тут шмотки, кстати, можно проверять. Но у нас хоть нечего, да, проверять? Да у меня есть вообще. Блин. Я могу к тебе приплыть, у меня есть. Подводное дыхание есть? Да. Ой, кое-что такое. О, у меня кольцо отражает снаряды, плюс 2 к защите, плюс 1 к молнии. К тебе. Если у тебя есть еще место на кольце. Ну, вообще нет, наверное, да? Так, все, наконец-то яд прошел, очень долгий яд, конечно. Фига, скорость. Так, ну теперь летающие острова. Ой, блин. Yes, yes, там yes. Птиц не буду, наверное, призывать. Страшно. Да, да, наверное, не стоит. Там лучше стрелять, что-то такое делать. Страшно. О, страшно. Смотри. Кузнец. У меня только вот одну вещь могу скинуть. Потом это все проверим. Так, ну портал получается, да? Угу. Давай, раз, два, три. Босс. Бля. Не знаю, как будет его сражаться. Бля, тут еще пиздец полный какой-то. Блять, эти ебаные еще горгульи, сука. Зельригина есть. Знаю. Сверху хер умер. Все нормально. Фух. Пипец, плохо, что здесь босс был вместе с этими типами, конечно. Я вот это не знаю, что за книга «Трансформация зла». Вот я ее тогда юзала, вроде она ускоряет заклинание. Применение заклинания, но не факт. Не знаю. Может, кто-то в чатике знает? Вряд ли, мне кажется. Книга «Трансформации зла». Я без понятия. Я вообще такую ни разу не видел за все игры. Она дает вампиризм. Она вампиризм дает от атаки или... Вот, заклинание тоже. Мне кажется, заклинание не дает. А ты не хочешь, кстати, себе такую книгу взять? У меня и так есть. Ну хотя, блин. Юзнуть и просто вампиризм дикий получить. Давай. На. Зелье удачи есть. О, тут есть защита от смерти еще одна. Мне кажется, надо еще одну защиту от смерти брать. Grants life steal for around 45 seconds. Does not work against certain enemies such as the undead. Понял. Что? Еще такая книга? Не, давай. Да, реально. Я хочу. Это жесть. Все равно у меня два юзания. Да, да, да. Прикольно. На босса еще на что-то. Подожди, а может здесь попрыгаем? Давай, давай. Аккуратно. Это первый маленький. Давай. Я боюсь упасть опять. Я умею падать. Там, если что, много безопасных платформ, конечно. Ебат. Нет, уходи. Настоялась бы. Зелье понижения. Зелье скорости упало, ладно. Так, надо в тот теперь портал, да, попробовать? Мне кажется, здесь больше ничего нет. Тот портал, скорее всего, телепортирует нас уже. Мне кажется, мы все изведали, да? Если честно. Сюда телепортируем. Мне да? кажется, мы все изведали вообще. Время произнесения заклинаний. Только не призывай сейчас на втором уровне этих питомцев.
Конечно. Нам сейчас ключ надо заполучить и открыть. Блин, это мы сейчас попадем в тот уровень. Фабрику эту, завод с роботами. Спел обновляется, да, на кострах. Я его просто расстреляю из далекалки. Он тупенький, он не знает. Все. Так, нам сюда. Значит, раз, два, три. Готово? Раз, да. Два, три. Блин, там опять этот моб. Стой, 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 не огри, пожалуйста, не огри, не огри, не огри. Я не знаю, будет ли он огриться на заклинание, я лучше его так расстреляю. На лук он точно не огрится. Как ты? Так, все. Так, найс, 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 аккуратненько. Это босс. Там, только там налево не иди. Прыгай от этой хуйни. Только налево, да, не надо. Надо бить его руки, а потом он будет опускаться и бить его голову. Вот голову сейчас надо бить, глаза. Прыжок. Ой, блядь. Пиздец, мы его просто разъебали в нулину. Уж он тупенький. Он вообще-то очень жесткий, это самый жесткий босс. Мы его просто раз... Нет, он ваншотает. Так он откуда ваншотает? Издалека? Стреляет? Нет, он прыгает. Он медленно идет. Он прыгает на голову, он очень быстро прыгает. Ладно. Да, блин. Я стреляю один, а ты 21. Да, я уж лук поставлю пока. Ой. Новая девочка, а, или была такая? Ну, это финальная девочка. Ну, с тем боссом помнишь делать? Да, который... я не помню, так. Если честно, это жопа. Это джокерский босс. Ну, у меня будут птицы. Птицы в замкнутом пространстве, в принципе, будут. То есть они будут его как-то отвлекать, возможно, бить, не знаю. А, у меня еще жесткие птицы будут большие. А, блин, это же кинжал, они. Так, так, все, аккуратнее. Давай, давай карту завязаем. Я завязаю. Это. Тут вода, это кислота, если что, в нее падать нельзя. Да, вот так. О, там книжка, мне нужно ее взять. Охренеть. Что? А что там будет сейчас вызываться? Просто дьяволы какие-то? У меня еще не было четвертого уровня этой книжки, третьего. А, да, нет, третий. А, все, тогда не было птиц, это сейчас вот они будут, да. Я ж тогда перепутала, что... Это не то было. Аккуратненько играем, ты тогда на себя вот этих паучков, да? Ладно. Так, летит нам урод. Я его убью. Ебать. Ладно. Это у меня что ли? Что это? Ты заюзал эту штуку? Кого? А, ладно. Ну... Не, на них не будет работать, это... роботы. Мясо! Ты на что? Ешь, ешь. Мне кажется, надо есть. Ну, тут нормально, нормально. Так думаешь, сейчас есть? Да, да. Давай. Вот так рандомно нашел, это пипец. Такая удача. Это супер удачливый ран. Всем фронтам. Ну... Тварь. Тихо, ну, тихо. Так, не расслабляемся.
Далее Миша бьет. Пиздец. Странный урод. Блин, там вот этот хер стоит. Мне кажется, может, подожди, нам просто к боссу идти лучше, а не... Так, сливаем сейчас хп. Так, это босс сейчас будет. Наверное, надо призывать сейчас тогда питомцев, пока мы еще не видим босса. Птички рух. Вызывай всех просто. Это просто пиздец. Мне кажется, мы там запутаемся и умрем. Ну, просто, наверное. Ну, блин, похер. Мне, может, заранее тогда выпить зельку регена? Или тебе выпить зельку регена? А вампиризм не поможет. Он, ну, не работает на нежить, на роботов. Я могу, конечно, сделать. А что, 7 птичек? Надеюсь, что ты будешь на быть защите от этого, или тебе дать все-таки зельку регена? Нет, я буду на защите от смерти, но если я умру, то птички исчезнут, скорее всего. Блин, только птица туда полетела. А, нет. Все, я готова. Так, сейчас, подожди, я это использую защиту. Да не, он не работает на нежить. Иначе мой бы вампирик работал. Так, птички еще сюда. Я пью зельку тогда. Да, давай. Погнали. Господи, мне... главное, чтобы меня он каким-то образом не задевал. Но меня тогда он просто ватшотнул за секунду. Я вот боюсь, что... Блин, у меня, кстати, нету прыжка. А вот есть высокий прыжок? Ну, у меня есть, да. Но блин, я не смогу, наверное, все равно запрыгнуть, мне кажется. Все, надо залетать, залетать. Может, мне просто стоять тут? Не знаю. Блин. Так я буду в безопасности. Они хоть что-то им наносят? Да, они наносят. Ладно, типа как не живи там. Я не знаю, мне выйти, не выйти, блин. Потому что я умру сразу же. Блин. Я убил его. Жесть. Всё? Да. Ты убил его. Птички тоже помогали так. Кто? А! Тут были шипы. Блядь, я хотел взять сундук, этот ключ. А ты взял ключ? Нет, походу, я не знаю. А где он? Походу, там нет ключа, я не знаю. Пиздец. Я не знал, что там шипы, сука. А как вот нет ключа-то? Как он мог исчезнуть, ключ, сейчас? Может, здесь, в принципе, нет ключа, я не знаю. Он есть, а ты можешь открыть инвентарь? 2 к живучести, 2 к скорости, 2 к интеллекту, 2 к удаче, 1 к защите, 1 к сопротивлению яду, тяжелые удары. Ладно. Заходим? Да, давай. Птичий гачибас. Блин, сейчас хп нихера не будет, отстой. На, вот, зельку. Угу. А ты меня не возродишь? А. У тебя 0 хп. Да. Блин, я что-то живучести больше, чем у тебя. У меня уже 130, блин. Ну, я не надел еще предметы свои. А, все, точно. Прикинь, вот так одному играть и туда упасть, и все. Да. По-дурацки получилось. Что там дальше, конец игры? Сейчас финальный босс будет. Боже, страшно. А у тебя есть какой-нибудь этот... смешать? Одно зелька есть, одна. Давай тогда вот... Смешаем. Так, смотри, я, честно, этого босса сам особо не знаю, плюс на, ну, этой концовке со всеми сферами у него вторая фаза какая-то есть. Босс такой, он будет летать в основном и стрелять всякой хернёй. И... Палочку ешь? Угу. Так, у тебя 2 этих, да? Защита от смерти? Да, можете дать защиту от смерти одну? Ну, давай, не знаю. Давай. Ты сможешь, когда возродишься, быстро надеть свое, если что? Да, смогу. Окей. Тогда вот у нас у двоих защита есть от смерти.
А в каком плане? Ну, За нам вот на рестораном? лифте подниматься до самого верха, видишь, на карте, вот там арена, грибочек такой, это вот там будет файт, а нам сейчас... Я думаю, полетят они, за мной же летят. Ну, тогда... А если... Нет, вот если они останутся внизу, это будет фейл года просто. А ты стала на лифт уже? Призывай сейчас. Летят. Я нее не успеваю. У меня их 15 еще. Они летят, они за мной летят. Господи, они быстро. Он сразу нападает? Не знаю, сейчас вот. Я заморожен. Не поебать. Птицы застряли, блядь. Ой, бля. И все умерли. Ебать, я умер. Это пиздец. У меня больше нету... А, у меня есть защита смерти, лол. Я как-то желающий. Так, ладно, еще постараюсь аккуратненько отыграть. Аккуратно, этим лазером он хуярит. Мне не хватает скорости, чтобы убежать. Не знаю, что делать. Так, он умер. Сейчас будет вторая фаза. Он умер! Вторая фаза сейчас будет. Птицы застряли, бля. Птицы. Может, они откроются, да? У меня 9 хп, но у меня возрождение будет. Ебать, что происходит? На! Страшно! Как тут одному играть? Не да быстрее, блядь, давай, у меня вампирик пропадает, сукин сын ебучий. Ну хули такая долгая фаза? Да как? Я не могу по... А, это какой-то ветер! Что происходит? Не знаю. Так, я встаю на эту хуйню. Ёпа, я упал. А не знаю, я куда-то наверх лечу. Так надо, так и надо. Я бью его. Надо его бить. Я вообще его не вижу. Вот тут надо мансить по этой хуйне. А у тебя... А, я подавис! О, нормально. О, я в него отражаю атаки. Блять, а я не отражаю, мне уже очень хуёво, я не могу вообще по нему попасть. Умерла, я выжила, ну, если что, я умерла уже. Как он меня любит, просто пипец. Ой, мне хуярь. Блять, я умер, все. Так, я скелетик. Ты от меня зависит. Давай. Бей его, сука, этой кости. Он умер от кости. Кости? Просто. Тупиец, блин, как же неудобно эту фазу проходить за такого мечника, это пиздец. С такой кринжовой. С такой кринжовой Жесть. Атакой, короче. Нормально. Блин, круто. Пипец, мне дали там каких-то ачивок. Ну ты супер, молодец, умница. Затащили вместе. Прошли на стриме на истинную концовку. 77% поставили на то, что мы убьем. Умнички. Найс, найс.